Всем привет, вы на канале Тренд Кино. Детективный сериал «Тайны следствия» продолжает успешно выходить в эфире телеканала «Россия-1». В конце 2019 закончился 19 сезон, сегодня мы поговорим о дате выхода юбилейного 20 сезона. «Тайны следствия» остается самым длинным детективный сериал на российском рынке. Честно говоря, неизвестно, что можно столько времени показывать, но что самое интересное, зрители все еще относятся положительно к этому проекту. Поэтому похоже, что создатели продолжают работу над сериалом, и уже в 2020 году состоится дата выхода 20 сезона. Новый сезон станет юбилейным, создатели уже сейчас думают, что сделать такого, чтобы удивить зрителей. Конечно, после 19 сезонов сделать это будет трудно, но я думаю, за этот год они точно что-то придумают. Скорее всего, 20 сезон принесет немало приятных изменений и подарков. Нам остается только дождаться даты выхода «Тайны следствия» 20 сезон. О чем сериал? Мария Сергеевна Швецова большую часть своей жизни проработала следователем в полиции. За это время она закрыла много дел и посадила много преступников за решетку. Ее работа тяжелая и стрессовая, но она с ней справляется лучше, чем любой другой. Если дело серьезное и запутанное, то его отдают расследовать Марии Швецовой. 20 сезон станет для нее переломным, ей пришлось покинуть любимую работу. Теперь она работает государственник-защитником, так это не то, что она умеет и любит делать, но это хочешь приближено к ее предыдущей работе. Мы уже говорила, что Швецова взяла много преступников, некоторые из них уже отсидели свой срок и вышли на свободу. Среди них есть такие, кто хочет отомстить Швецовой за потерянные годы. За время службы у нее было много врагов, но обычно ничего серьезного не происходило. На этот раз угроза очень серьезная, враг очень умный и нацелен на результат. Мария не подает признаков, что ей страшно, но в глубине души она очень боится за свою жизнь и жизнь своих близких. Дата выхода 20 сезона. Буквально недавно закончились последние серии 19 сезона, создатели, конечно, уже думают над новой историей, однако точной даты выхода еще неизвестно. Съемки начнутся в 2020 году, дата выхода 20 сезона ожидается примерно в ноябре 2020 года. Пожалуйста, поставь лайк.